Баскетбольный турнир, посвященный Дню возрождения карачаевского народа, в этом году получился особенно масштабным, ведь принять в нем участие приехали команды из Ростова, Севастополя, Волгограда и Карачаева-Черкесии. Из года в год, помимо количества команд, растет и уровень участников турнира, который проводится на территории нашей республики уже 12-й раз и является одним из наиболее престижных в стране. Всем желаю ярких, зрелищных игр, спортсменкам, нашим красавицам, честной, бескомпромиссной игры, честного судейства, всего самого хорошего. Данный турнир у нас традиционный, он всегда проходит на высоком уровне, и я надеюсь, вы, те, которые участвуют в сегодняшнем соревновании, кого-то мы увидим на Олимпийских играх, которые будут защищать флаг Российской Федерации. Всем удачи, всем спасибо, всего самого хорошего. Всего в турнире приняли участие 6 команд девушек 2007-2008 годов рождения. Соревновались они по круговой системе, то есть каждая команда в рамках турнира проведет 5 игр и встретится с каждой из команд соперниц. Несмотря на юный возраст, баскетболистки показали очень высокий уровень конкуренции. Явным фаворитом турнира считалась команда из Севастополя, однако легкой прогулкой для них этот турнир не стал, и каждая победа давалась им нелегко. Ну а для спортсменок Карачаева-Черкесии такое соперничество является очень хорошей тренировкой. Это очень большая польза. Прямо на глазах я по своим девочкам смотрю. Первый день, как они играли, и, допустим, сегодня, это все заметили, что они прибавили. Это прямо на глазах прибавляет. Мы учимся, мы стараемся быть как эти сильные команды. Очень сильная команда у Севастополя, первая команда. Мы с удовольствием играем и учимся. Прямо на глазах прибавляют дети. Я очень доволен. Высокий уровень организации и проведения турнира отметили и гости республики, которые впервые посетили Карачаево-Черкесию. Во-первых, это дружба и между девочками, и тренеры. А во-вторых, каждый здесь совершенствует свое умение играть в баскетбол. Они хотят чего-то лучшего добиваться. А здесь это плацдарм для дальнейших успехов. Мне очень понравилось. Мне понравился город, мне понравились горы, мне понравились тренеры, мне понравился уровень. По итогам турнира все победители и призеры были награждены памятными медалями и ценными призами. Но самое главное, что турнир, который прошел в очень дружеской и теплой атмосфере, подарил спортсменкам много положительных эмоций. И на летние каникулы они уходят с хорошим настроением.